вами Travel Camel, я Аня. Снова утро, снова Абу-Даби. У меня тут пересадка. Почти двое суток. Если бы знала в прошлый раз, не делала бы пересадку за свой счет. Но в любом случае жду автобуса, надеюсь релакснуть в отеле. Надеюсь, сегодня весь день, если меня заселят прямо с утра. Если нет, придется сделать героическое усилие, ехать на море. Отель очень далеко. В аэропорту, но, как оказалось, не около того терминала, откуда я уезжаю. Поэтому еще целое приключение до него добраться. А вы знали, что остановиться в Абу-Даби можно совершенно бесплатно, причем в классном отеле? Весь секрет заключается в том, что вы должны забронировать авиабилеты на сайте Etihad Airlines. Билет, неважно, в одну сторону или в обратный, должен иметь Абу-Даби транзитным пунктом. То есть это означает, что вы можете лететь, например, из Москвы в Джакарту, Индонезия, с пересадкой в Абу-Даби, как пример. Не обязательно выбирать Индонезию, вы можете выбрать любую другую страну. Важно, чтобы ваша стыковка или одна из стыковок была в Абу-Даби. В таком случае при бронировании важно бронировать на сайте авиакомпании. Вы выбираете галочку, что вы хотите сделать транзитную остановку, и вы выбираете, на сколько ночей. Держите в голове, что авиакомпания Etihad оплачивает до 2 ночей. 3 и 4 не оплачиваются, они либо дают скидку, либо вы платите 100% за свой счет за 3-ю и 4-ю ночь. Они оплачивают только первые 2. Соответственно, отелей тоже ограниченное количество, и мест от Etihad в этих отелях ограниченное количество. Поэтому советую перед тем, как бронировать, во-первых, свериться с календарем. У них есть даты, в которые они не дают размещение в отелях, как бы вы того не хотели. И, как я узнала на своем опыте, дата окончания этого периода – это дата, с которой можно сделать бронирование. То есть я приехала сразу же после Формулы-1, и там написано было, что до 28 числа бронь закрыта, но получается я сделала бронь с 28 на 29, и она прошла. Следующий момент. Так как количество мест ограничено, может быть такое, что даже если вы забронируете в те даты, когда возможно, не будет мест в отеле и вас не смогут заселить. Это минус. Вы не можете это заранее никак проверить. Доля риска всегда присутствует. Тут есть другой вариант. Если вы не выбираете проживание в отеле, вы можете выбрать какое-то развлечение за счет компании Etihad. Например, это посещение Лувра, или посещение парка развлечений Формулы-1, или посещение музея Формулы-1. В общем, там есть много опций, вариантов. Выберите что-то, что вам нравится. Кстати, самые хитренькие могут заметить, что намного выгоднее разместиться за свой счет при такой пересадке, но выбрать, например, посещение музея Формулы-1, потому что разместиться вы можете, как я, до этого я останавливалась за 3000 рублей в комнате, и там все было классно, оценка на букинге 9+, то есть мне прям понравилось, все было хорошо. А между тем, за посещение музея Формулы-1 вы заплатите, по-моему, $100 стоит посещение. В общем, разница ощутима, то есть вы, получается, экономите какую-то сумму. Вот, каждый выбирает на свой вкус и цвет, я просто рекомендую. Что еще важно? Вы можете забронировать отель только если до вашей поездки осталось 5 дней и более. Советую держать в голове более, иначе вдруг там опять что-то вот с этими часовыми поясами не так и так далее. Так что застрахуйте себя. Ну и последний момент. Бронировать отель нужно на сайте Etihad. Это важное условие, и не пугайтесь, он вам покажет отель за деньги, ничего страшного, переходите к бронированию, и в какой-то момент там все обнулится. Точно так же с дополнительными развлечениями. Не переживайте, вначале вам показывают все за деньги, вы добавляете в корзину там все за деньги, и потом в процессе перехода к оплате в какой-то момент корзина обнуляется. Вы предоставляете данные карты, но там будет 0-0-0-0. Вот. То есть, соответственно, транзакция не пройдет. Вы даете свою карту как гарантию, я так понимаю, что вы не убежите и не разобьете, там ничего не испортите. Отель, который я забронировала, называется Premier Hotel Inn. Это 3-звездочный отель, который находится в терминале номер 3, ныне недействующем. И до него ходит бесплатный шаттл-бас. Он бесплатно доставит вас прямо в отель, а из отеля у нас будет ровно в 0-0 минут. На
Значит, я забронировала билет на сайте Etihad Airlines. Указала, что я хочу сделать бесплатную остановку в Абу-Даби на сутки. После того, как я забронировала билет на их же сайте, я пробила свободные места в отеле. Оказалось, свободен только один единственный день. Но я не унываю, этого мне хватит, чтобы помыться, постираться, поспать как следует, прийти в себя. После того, что было в Пакистане, сейчас это кажется просто каким-то чудом. В прошлый раз я не думала, что обратно я буду лететь через Абу-Даби. И я очень хотела посетить мечеть шейха Заида, поэтому я сделала остановку за свой счет. Это были разные авиакомпании, я не летела до этого Этихадом. А сейчас, когда я выбирала обратный билет, я понимала, что мне очень надо релакснуть после Пакистана. Просто ничего не делать. И я посмотрела, какие отели есть, отели-партнеры. Бесплатно предоставляется размещение только в трехзвездочных отелях. Таких там вроде 2 или 3. В остальных тебе дают скидку 50%. Я чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Время 9 утра, я добралась до отеля. Меня заселили. Давайте скорее рун-тур, пока я тут не упала и не уснула. Кстати, еще один очень важный момент. Ваша пересадка должна быть не менее 24 часов, иначе отель вы забронировать не сможете. Для примера, моя пересадка была 38 часов, и у меня не было опции взять 2 ночи, только 1. Благо, отель пошел мне навстречу. Заселил раньше и выселил позже, чем это положено по регламенту. У меня есть, блин, целая ванна с кучей белых полотенец. Мне кажется, я сейчас прям хотела бы принять эту ванну, потому что очень-очень-очень давно не мылась. И мне кажется, я у них все мыло использую и вообще всю себя буду тереть хрен знает сколько, потому что это реально было сложно, тяжело. Мне кажется, я мыла голову только 1 раз за все это время, и то, как вы помните, я ее мыла холодной водой в горшке. Просто даже не спрашивайте. А путешествие было офигенное и классное. Но вот такие вот сайд-эффекты хотелось бы избежать. Так что все, не отнимайте мое время, я побежала в душ. Лучшее, что я могла придумать, выделить 2 дня себе, чтобы релакснуть после непривычных для себя условий и насладиться просто ничего не деланием. Бассейн не очень большой, зато есть джакузи. И на удивление самолет вообще не беспокоит. Так что отлично провожу время, наслаждаюсь этим стоповером и загораю. Давно было пора погреть свои косточки. И теперь после этих многодневных походов в горах Пакистана, когда коленки просто плачут, я лежу, загораю, купаюсь в бассейне. В общем, чувствую, что сделала подарок сама себе. Вид с крыши бассейна, можно сказать, никаких, а можно сказать, офигенный, в горизонт. Зависит от того, кто как и куда смотрит. Как видите, самолеты, ну, очень далеко отсюда. Вон там, видите, где-то он далеко-далеко. Есть даже тренажерный зал с водичкой и гантелями. Скромненько, но лучше, чем ничего.